Всем добрый день. Сегодня приготовим что-нибудь вкусненькое. А что вкусненькое? Блинчики оладьи назвать можно, из кабачка. У меня есть кабачок вот такой большой, 800 грамм. И сделаем блинчики, они такие вкусные. Просто ешь, и еще хочется есть эти блинчики. Очень вкусно. Так что давайте готовить. Кабачок я очищу. Если на кусочки резала и жарила, то можно и не очищать эту шкурку. А так, очищу все. У меня чистилочка эта хорошая. Измельчать кабачок я буду, как всегда, блендером. Мне нравится лучше, чем на терке, маленькие кусочки. Не такое, как паштет перетертое, а маленькие кусочки. И они прожариваются хорошо. Имеете блендер, измельчайте блендером. Немного здесь семечек, но совсем молоденькие. Ну, их почти и не видно. Еще не сказала, луковицу добавлю. Вот у меня такая средняя половинка хватит луковицы. Измельчила кабачок, добавляю, ну так, немного соли. По вкусу потом будет. Перемешаю, чтобы хорошо отделился сок. Я потом отжимать буду это, а потом буду отжимать эту мякоть. Вот я над блендером поставила дуршлаг с кабачком, так как он узенький и проваливается везде до дна, тут как раз хорошо. Еще отжать надо, потому что капает и капает. 15 минут он у меня вот так стоял. Сейчас отжимать буду. Ой, куда ж я? Сюда. Подвину. Вот так. Все поджало. Жидкости много получилось. Так, два яйца вот разобью предварительно. Вливаем два яйца. Добавляем муку. Два яйца, две ложки смело. Третью с горой. А там посмотрим. Чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Также добавлю укропчика. Мелко нарезала. И дальше перемешиваю. Попробовала на соль, досаливаю. Размешала все
Идем жарить. Сковорода нагрелась. Выкладываем тесто. Перед каждой жаркой перемешиваем тесто, чтобы выделившаяся жидкость вмешалась в тесто. Да. Сковорода большая. Много помещается блинчика. Вот. До румяности с каждой стороны. В среднем огне, чтобы прожаривались. Первый уже готов. Оладьи получаются вот с двух сторон уже обжарились, красивые, пышненькие, переворачивались хорошо. Можно выкладывать их уже со сковороды. Вот первые готовы, выложила со сковороды. Также жарю и остальные блинчики. И готовы почти. Еще дожариваются 5 штук. Вкусненькие, хорошенькие, пышненькие. Так, остается попробовать. Споднизу берем блинчик, остыл который. Нежный вкус. Ой, какой он вкусный. Внутри все пропеклось. Очень вкусно. Советую. Приготовьте такие блинчики. Готовятся быстро, просто. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!